Здравствуйте, с вами дядя Саша, и мы будем делать обзор перчаток, рабочих перчаток фирмы Milwaukee. Это беспалые перчатки, стоят в Санкт-Петербурге 1300 рублей, с пальцами, кстати, чуть подешевле, в районе 1100 рублей или 1000 или 1100 рублей. Вот. Значит, сами перчатки великолепно сделаны, прострочены. Сейчас вам покажу. Я сначала зашел в магазин, в другой магазин, не буду делать ему рекламу или антирекламу, в принципе, магазин не виноват, и смотрел там перчатки фирмы Gross. Это Германия, если я не ошибаюсь. Перчатки с голубыми вставками. Слабенько прошитые, все нитки торчат. А стоят они дороже этих 1500 рублей. Я хотел купить. Так как я нечаянно купил перчатки не со своим размером. Перед этим две пары даже сразу. И мне срочно понадобились перчатки. Я уже решил купить нормальные перчатки. Пришел, померил. Перчатки оказались отличными. Здесь есть вот петелька, чтобы их вешать. Даже впервые такое вижу. Сейчас я их одену. Значит, пока что хочу сказать, что перчатки можно стирать при температуре 30-40 градусов, по-моему, максимум 30 градусов, что тоже очень хорошо. Сделано из приятного, мягкого на ощупь материала, с вставками, не знаю, что это, но очень приятно. Здесь есть вот эта вот застежка. Вот сейчас вам покажу. Застежка она затягивающая, которая в объеме. Сейчас я закрою. Вот. Выглядит вот так. Внутри вставки мягенькие. Чтобы не натирать мозоли или удобнее брать. Не знаю, но все выглядит очень хорошо. Прострочка, материал очень качественный. Много видел разных перчаток, но это, пожалуй, или самые лучшие, или одни из самых лучших по исполнению. Так что можете покупать, не пожалеете. В данном случае у меня 11 размер, и у себя в магазине я видел 11 размер. Опять же, я купил, они были в Санкт-Петербурге. Еще раз покажу. Со всех сторон. Выглядит, еще раз скажу, хорошо. Не стыдно перед заказчиком походить. В общем, рекомендую перчатки фирмы Milwaukee. Рекомендую, не пожалеете. Это вот этот товар стоит этих денег. Сколько они у меня прослужат, я вам расскажу. Обязательно. Потом задавайте вопросы, если я забуду. Через некоторое время я вам расскажу и, может быть, сниму видео и покажу, сколько они прослужили на максимум. С вами был дядя Саша. Всего хорошего. Берегите руки, покупайте перчатки. А, почему купил беспалые? Ну, для электрика это удобно. Чувствовать провод, мелкие детали какие-то. Я же слаботочку делаю, винтики. Поэтому для меня это было важно. Я люблю ощущать мелкие детали пальцем. Поэтому мой выбор пал на них. Так что, еще раз говорю, не травмируйте руки, работайте в перчатках, в очках, в респираторе, все как положено, здоровье важнее. С годами поймете, я молодой, работал раньше, нарушал.
и штробил без пылесоса, и часто респиратор забирал, и фиг с ним, там как-то выкручивался. Аж тошнило, блевал, все равно работал, без очков, глаза попадали, камни, все это сказывается. И на зрении тоже, не сразу, со временем. Вот. Поэтому берегите себя, с молодостью не будьте пофигистами, как дядя Саша был. Берегите здоровье. До свидания, всего хорошего.